этого замечательного события, которое называется Пушкинский литературный бал или лицейский бал. И традиция эта насчитывает уже 11 лет. В свое время она была создана специально для девятиклассников. И, вы знаете, получила такой резонанс и такой... Испытывали все интерес к этому событию, что оно продолжается по сей день. А в прошлом году, что самое интересное, мы говорили о том, что это был 9-й лицейский бал. Но оказалось, что мы совершенно забыли, что самый первый лицейский бал и второй были в один год. И поэтому мы так ошиблись в счете. Но это я вам просто из истории рассказываю нашего бала. Ну что ж, и на каждом все повторяется, но все совершенно по-новому. Новые гимназисты участвуют в балу. Новые родители собирают их на это событие. По-новому выглядят столы, по-новому звучат танцы. Благодаря нашим коллегам. И сейчас, тем не менее, мы возвращаемся к традиции конкурса наших столов. Но вы же понимаете, что конкурс — это просто условное название. Поэтому сегодня мы... Оглянитесь, может быть, они сейчас разобраны немного, но вспомните, как они выглядели в начале вечера. Это было прекрасно. И сейчас мы хотим вручить заслуженные дипломы, заслуженные награды за самый изысканный стол. О, этот стол был так прекрасен, от яств ломился украшений. И труд, друзья ваши, не напрасен. Он признан лучшим, без сомнений. Итак, 9-й А класс.